Здравствуйте, меня зовут Василиса. Сегодня я расскажу о скульптуре Павла Петровича Трубецкого «Портрет неизвестный». Портрет представляет нам молодую даму в бальном платье. Она очень красива. На плечи женщины наброшен шарф. Ее платье будто живое, воздушное. У нее красивая прическа, свободные движения рук и легкий поворот головы. Все это нам показывает естественность и непринужденность модели. Скульптура сделана из бронзы, очень интересного материала. Если выключить в музее свет и взять в руки фонарик и пойти вокруг скульптуры, то мы увидим, как скульптура оживет, как начнут переливаться складки на платье. У неизвестной изменится выражение лица и задвигаются руки. Мы поймем, что она строгая и сдержанная женщина. А внутри у нее целый букет различных чувств. На этом у меня все, и до новых встреч.